Всем большой привет, меня зовут Наталина, и сегодня мы с вами поговорим про бренд Skin Island. У меня достаточно много здесь средств, и давайте мы с вами сначала посмотрим нанесение, потому что у меня есть патчи под глаза, патч на лоб и патчи для устранения носогубных морщин. Посмотрим с вами нанесение, и потом по ценам, и по всему остальному мы с вами пройдемся после. Так, давайте посмотрим. Вот это я, кстати, вообще еще пока ни разу не использовала. Это накладки для вот этой вот зоны, для коррекции мимических, скажем так, морщин. Вот так вот все это выглядит. Достаю и сразу приклеиваю. Очень удобно. Здесь одна сторона, то есть вот как бы она приклеена. И вот этой стороной мы, собственно, это и наносим. Так, вот так они предлагают это все приклеивать. Ну и, соответственно, у кого как идет носогубная складка, так мы и приклеиваем. Очень удобно, что вот эти патчи, они как бы не сопливые, скажем так, с двух сторон, как обычно делают гидрогель, что он, знаете, такой, прям все у тебя течет. Патчи под глаза, в принципе, идут в такой же похожей упаковке, то есть они не сопливые, у них одна сторона вот такая, как сказать, как тканевая, что ли, и с другой стороны вы отклеиваете, и там материал, собственно, этот гидрогель, который приклеивается. Здесь на лоб еще есть накладка у меня. Я буду сейчас это, как ее, супер-женщина. Ну и финальный удар по красоте, это патчи под глаза, вот они. То есть они, по идее, как бы гелевые, но просто одна сторона у них такая более тканевая. Кстати, вот патчи можно клеить по-разному, в зависимости от того, где у вас проблемы. Можно их клеить вот так вот, если у вас основная проблема вот здесь вот, да, какой-то синячок. Либо, если у вас много вот здесь гусиных лапок, например, а синячка нет, то можно клеить и вот так. Я в основном клею, кстати, вот как раз вот таким вот образом. Я почему-то, кстати, когда заказывала, я думала, что вот этот вот набор, он будет вот здесь, сюда вот какие-то накладки. Хотя, ну, как бы здесь все нарисовано, что накладки вот сюда. Вот, но я как-то думала, что лифтинг будет вот в этой части, потому что здесь, ну, можно сюда, по идее, патчи под глаза наклеить. Ну, ладно, мы оставим это на 10 минут и посмотрим, будет ли какой-то результат. Вот здесь я вообще не знаю, у меня там одна морщина есть, которая, ну, когда я вот так вот делаю, она образовывается, но скоро и ее тоже не станет. Ну да ладно, посмотрим. Так, ну что, момент истины наступает. Посмотрим сейчас, помолодела ли я резко. Но приклеивается она мощно. Кстати, я в самолете летаю теперь вот в этих патчах, потому что они такие, знаете, несопливые. Вот где патчи, я, в принципе, вижу результат, и оно через некоторое время само отклеивается, то есть подсыхает и отклеивается. Оно с охлаждающим эффектом, то есть вы когда сидите, вы чувствуете, как вам прохладно. Так, ну, под глазами я вот скажу, что, например, патчи, которые с енотиком, я больше вижу выравнивание, потому что патчи я обычно вижу, где вот, ну, граница, да, по коже, обычно поры такие прям отфотошоплены здесь. Не знаю, честно говоря, но на мне тестировать это было немножко странно, потому что у меня нету здесь каких-то больших проблем, соответственно, ну вот где на порах это было приклеено, хотя вот я не скажу, что я по порам именно вижу какую-то такую зафотошопленную разницу. После всяких патчей я обязательно пользуюсь тоником для лица, потому что, ну, перед макияжем я имею в виду, потому что иначе может средство заторожиться. Поэтому я сейчас протру лицо, нанесу макияж, еще расскажу вам, как макияж поверх всего этого наносился. Итак, я сейчас нанесла на себя достаточно легкий макияж по коже, я честно скажу, я не вижу, ну, никаких изменений, прям вот вообще никаких, потому что от патчи, если хоть как-то, то вот от патчи, который клеится сюда, ну, у меня вот здесь вот есть чуть-чуть один заломчик небольшой, но я не скажу, что он куда-то делся. Например, те же енотики, да, вот эти ракуни, которые клеятся под глаза, и там есть еще один такой кружочек в упаковке, его можно сюда приклеить, и мне действие нравится больше. На лоб, ну, возможно, конечно, у нас не совсем чистый эксперимент, скажем так, потому что у меня нету каких-то глубоких морщин или какой-то текстуры на лбу. То есть у меня здесь вот есть фактически, ну, одна складка, которую, я не знаю, сейчас видно на камере, нет, которую скоро я с помощью инъекции ликвидирую. И как бы, когда у меня расслаблен лоб, ее практически не видно, и она, ну, никуда не делась, и текстура тоже особо не сгладилась. Поэтому вот из всего того, что у меня есть, я довольна, наверное, только по под глаза, и то я ими довольна, потому что они не сопливятся, они никуда не текут. Но вот патчи, которые сопливятся, именно которые плавают прям, да, в какое-то вот это средство в каком-то в этом, они как будто
эффективнее, что ли, лично, опять же, для меня. Потому что я много читала про Skin Island, и активно их сейчас рекламируют. Даже на борту Аэрофлот можно уже их купить. Но как-то вот я не знаю, я не супер впечатлена. Но я эти патчи обязательно буду использовать, особенно для самолета, потому что они никуда не ползут, никуда не плывут, ничего ниоткуда не течет. Хорошо держится, то есть в них можно прям лечь спать. Единственное, что минут через 30-35 они уже подсыхают, и они так... отваливаются. И вот это я вообще не очень поняла. Хорошо, что я купила небольшими пачками, а не большим набором. Здесь у меня, по-моему, всего по 2, что ли. Так, подождите, сейчас я разберусь. А, нет, здесь вот этот вот набор у меня был, он называется Solutions for Stress Skin, то есть решение для кожи, которая в стрессе. И здесь у меня было 2 комплекта патчей, 2 комплекта для носогубных складок и 2 комплекта на лоб. И также у меня здесь есть целая пачка патчей под глаза. Что касается того, где я покупала, я заказывала на cultbeauty.com. Это английский сайт. У них есть доставка в Россию. У них очень хорошая доставка, только они не присылают трекинг, но все пишут, что можно запросить, и они вам пришлют. Мне посылка приходили, один раз шла посылка 2 недели, один раз посылка шла 3 недели. Все в отличном состоянии, все распаковки, как вы можете посмотреть в Instagram, есть хэштег Наталина Unboxing, и там вот все, я вот распаковываю изо всех магазинов, мы с вами сразу смотрим, что пришло, в каком оно состоянии, и цена, естественно, ниже получается, чем на российском сайте, почти в 2 раза, ну, чуть-чуть поменьше. Для примера, вот такой вот набор, здесь 8 пар патчей, это стоит 25 фунтов, 25 фунтов, это примерно 1800 рублей. На российском сайте цена 2499 рублей, то есть разница, ну, как бы не в 2 раза, чуть поменьше, но тем не менее она есть. Скульт Бьюти от 50 фунтов, бесплатная доставка, поэтому, конечно же, каждый делает выбор сам, подождать немного и получить подешевле, либо заплатить побольше, получить сразу и как бы наверняка, поэтому здесь выбирайте сами, я вам просто вот, ну, озвучиваю реальность, то есть процентов на там 70, да, примерно получается, подороже получается у нас. Еще я заказывала вот эти вот штуки, которые у меня уже кончились, к сожалению, поэтому не могу показать. Такие прозрачные штучки, которые вы типа на прыщики клеите. Вот, у меня был момент аллергии на косметические средства, на косметическое масло, точнее. И я активно приклеивала эти штуки, но... эффекта, вот я что от Тони Моли, что от Skin Island приклеивала, возможно, если какая-то другая природа прыщиков, то это помогает. Мне это вообще никак не помогло, не было вот вообще никакого эффекта. То есть я вот клеила, вот на один прыщ клеила, и на один точно такой же рядом не клеила. Вот, ну, все то же самое было. Возможно, это имеет смысл, если вы, ну, не знаю, у вас прыщик открылся, оттуда, ну, что-то течет какая-то жидкость, и вы боитесь, что вам туда какая-то грязь попадет, и вы выходите на улицу, этим заклеиваете. Но, не знаю, вот лично для меня как-то не произвело впечатление вот эти вот наклейки. И, кстати, еще важный момент. Называется это все, конечно, Skin Island, все это здорово, Исландия, чистейшая вода, весь вот этот вот маркетинг, все это здорово, все это супер. Но имейте в виду, что вот из всех 3 средств, которые у меня здесь, все произведено в Корее. То есть я не знаю, каким образом из Исландии в Корею доставляется сырье. На сайте я прочитала, что они добавляют исландскую воду, исландские там какие-то еще компоненты. Возможно, в уходовых кремах больше содержания вот этого всего исландского. Здесь же на 5-м месте какая-то Angelica, Arcangelica Root Water. Какая-то вот вода ледниковая на 5-м, получается, месте стоит. И во всех этих патчах на 3-м месте стоит глицерин. А глицерин, он как раз имеет вот этот вот эффект выравнивания. То есть вот то, что у меня здесь, это не уходовые средства, то есть это не то, что вы наклеили на ночь и проснулись утром красиво. Это все экстренный уход, это все вау-эффект, который как бы, ну, с течением времени, да, уходит. Поэтому вот это вот вообще все бесполезно клеить, например, на ночь. Это вот вам надо через 3 часа быть красоткой, то вот вам надо за 1,5 часа начать собираться, приклеить, посидеть, и потом начинать быстрее краситься, чтобы эффект никуда не уплыл, пока вы в этом состоянии где-то гуляете. То есть у них есть, конечно, уходовые линейки я не пробовала, потому что пиарится активно вот именно вот это вот все. То есть здесь есть свои плюсы и минусы, но цена достаточно высокая. То есть за ту цену, за какую я покупаю 8 пар вот этих патчей, я могу купить себе баночку или какие-то другие корейские патчи, которых будет 30 штук за ту же цену. 30 и 8, как бы разница есть, по-моему, большая.
Поэтому вот это вот все я оставлю для самолета, потому что для самолета это удобно. Взял, наклеил, все, завалился спать, все у тебя прекрасно, ничего у тебя никуда не ездит. Вот это вот на лоб, это я вообще не знаю, надо, наверное, кому-то отдать, потому что мне это, ну, вот вообще никак никуда не подошло. И для зоны вот здесь, вот для носогубных складок тоже, я не увидела вообще никакого эффекта. То есть даже вот патчи, которые от Tarte мы с вами тестировали, которые прозрачные, такие гидрогелевые были, у которых кто-то написал, типа, офигенная зона покрытия, они реально вот такие вот здоровенные. И я реально начала задумываться о том, что, может быть, они, ну, как бы действительно настолько хороши, потому что енотики маленькие, енотиков хватает вот, чтобы только вот морщинки как раз эти разгладить. А Tarte прям здоровенный, и от них эффект, именно от патчи, именно эффект был больше, потому что там прям четко видно было границу кожи, где подействовал патч и где не действовал патч, скажем так. Поэтому вот как-то я вот так. Мне, конечно, нравится весь этот маркетинг про Исландию. Все это звучит очень здорово и очень интригующе. Но факты остаются фактом, что как бы я не хотела увидеть какую-то магию, я ее не увидела. Рекомендую ли я их кому-то? Если вы часто летающий пассажир, например, и вы не возражаете против того, чтобы посидеть первые, например, полчаса или последние там полчаса в самолете с патчами, то да, я вам это рекомендую, потому что именно для вот таких вот вещей это самая удобная вещь, потому что, повторюсь, оно не сопливое, никуда не ползет, никуда не падает. Остальное все вот реально я не поняла. И для какого-то вау-эффекта, который вот вам нужен почаще, да, например, кто там на работу собирается каждое утро и приклеивает себе под глаза патч, то мне кажется, лучше выбрать что-то более бюджетное. Здесь написано, что это надо применять типа раз в неделю, имеет накопительный эффект. Ну, не знаю, вот честно сказать, у меня просто под глазами проблемы особой никакой с там чем-то нету. Конечно, какие-то морщинки есть, но от морщин вот, ну, не вижу я особо эффекта от этого. Какие-то мешки под глазами, мешков под глазами у меня тоже особо нет. У меня здесь есть вот эти вот припухлости, но это так называемые малярные мешки, которые удаляются, к сожалению, только хирургическим путем, но этим я буду ближе к осени заниматься. На них ни одни патчи никак ничего не влияет, потому что это просто, ну, возрастные изменения, это жировые такие мешочки, и все. Поэтому, пожалуйста, поделитесь в комментариях, пробовал ли кто-то из вас, может быть, есть какие-то другие отзывы, и кто-то придет и скажет, нет, вы что, это бомба, потому что очень важно услышать еще и других людей. И расскажите, пожалуйста, какими патчами вы еще любите пользоваться под глаза, такими, чтобы вот прям вот ты понимаешь, зачем ты это сделал, что вот прям вот есть эффект. Поэтому, пожалуйста, давайте пообщаемся в комментариях на тему патчей и каких-то масок, потому что я поняла, что я предпочитаю такие маски, которые все-таки или листом, или которые гидрогелевые, то есть прям вот гель вот так вот шлеп на лицо, и они работают. То есть они, конечно, тоже дают вау-эффект, но он классный, он действительно есть, в отличие от того, что было сегодня, я эффекта, ну, не почувствовала, скажу вам честно. Ну, если вдруг вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, именно таким образом вы помогаете этому каналу дальше развиваться. Ну, и мы с вами скоро увидимся, до встречи и всем пока!